Ну, а ми вітаємо у студії наших гостей. Згадуємо сьогодні День держслужбовця. І у нас в гостях Платон Семерей, адміністратор центру надання адміністративних послуг Миколаївської міськради. І Любов Варюхіна, заступник директора Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького міста Миколаєва. Доброго вам ранку. Доброго вам ранку. Доброго Вітаємо ранку. вас в нашій студії. Ми знаємо, що у Миколаєві працює дуже корисна служба, яка надає центр адміністративних послуг, який надає ці самі адміністративні послуги Для населенню. населення. Так, що це за центр, які послуги надаються, де вас знайти, які найпопулярніші послуги? Питань багато, давайте про все по Яка черзі. схема їх отримання для населення? Центр предоставления адміністративних послуг знаходиться по адресу Адміральська, 20, это городской совет, третий подъезд. Центр существует с 2012 года. Предоставляет услуги гражданам, населению. Самыми популярными услугами центра являются регистрация права собственности, приватизация, отвод земельных участков, регистрация, получение кадастровых номеров. Также перечислить все эти услуги Тобто мы не їх сможем, так багато. как их очень много, порядка 130, и они все время добавляются. Центр работает по новому графику с мая месяца. Понедельник, вторник с 9 утра до 5 вечера. Среда, четверг с 9 до 8 вечера. Пятница и суббота с 9 до 4. Тобто протягом робочого дня людина може завітати до цього центру і отримати ту інформацію, ту допомогу, яка їй необхідна. Да. Ось ви говорите, що приблизно 130 послуг для населення. А які найпопулярніші, які найбільше популярністю користуються? Найпопулярніші – це реєстрація права власності, перереєстрація, реєстрація юридичної особи або фізичної особи-підприємця. Також популярніші приватизація на житло, отримання дозволів на розміщення наружної реклами, приватизація відведення земельної ділянки. Так, найпопулярнішими. Тобто такі Тобто серйозні такі серйозні послуги. послуги. А Так. вони є платними чи безкоштовними? Якась частка їх є безкоштовними, якась є платними. Це залежить від того, яка послуга. Якщо це реєстрація або отримання присвоєння кадастрового номеру, то це треба сплачувати в держбюджет, мито, сплата за витяг, сплата за Тобто ті послуги витрати, які прописані у організації. законодавстві Так, держави. так. Працюють над наданням послуг, я так розумію, послуги серйозні і люди, які мають певні знання. Хто працює у цьому центрі? Фахівці кваліфіковані, хтось залучений з інших державних установ, хтось прийнятий за конкурсом. Зачастіше це фахівці. А як побудована робота центру? Чи довго Людина, приходиться чекати людині? коли звертається до центру, її зустрічають три працівники. Вони спочатку, це буде як перша консультація. Вони определяють, на какое направление человека нужно записать. То есть в электронную очередь они включают этого человека, выдают ему талончик. Человек сидит на диване, наблюдая за монитором, когда его вызовут. В среднем на одного человека отводится время 12-15 минут. То есть это Вот. все автоматизировано, и Да. люди могут, так сказать, не мучиться, не бегать Да. по То есть очереди. прозвучит сигнал, высветится номер, и несколько раз будут вызывать, пока человек не придет. Вот. Ми бачимо, що бібліотека активно бере участь у роботі цього центру. Так, бібліотекарі не можуть просто сидіти, Склавши руки. склавши руки, Ні, не не знаю, самого центра. які активно громадську позицію займають і не бажають обмежуватися тільки видачею книжок. Яким чином, як
Библиотека повязана с этим центром, с его работой. Да. Действительно, мы связаны. Библиотеки города являются уже давними, постоянными партнерами Николаевского горсовета. И я поздравляю Платона с профессиональным праздником. И в плане информирования населения о деятельности органов власти, вот в этом году мы очень активно сотрудничаем с Центром оказания административных услуг, исходя из наших возможностей. Я еще раз напомню, что у нас бесплатный доступ к интернету, и если Платон сейчас рассказал о настоящем центре оказания административных услуг, то в будущем все равно будущее связано с электронными услугами. И вот работая в этом направлении, мы сейчас с центром продумали вот ряд мероприятий о популяризации деятельности центра административных услуг и обучение навыкам электронных сервисов. Все библиотеки города в рамках компьютерной грамотности, бесплатных курсов по компьютерной грамотности, вели сейчас небольшой мини-тренинг, небольшой модуль. Вот такая листовочка есть сейчас во всех библиотеках, где мы приглашаем на обучение в библиотеке и где одним из пунктов написано, что библиотекари расскажут, где и как получить административные услуги. То есть, где находится сам центр, как он работает, где в интернете есть информация об этом центре, на новом портале Горсовета в том числе. Какие услуги, то, что вот сейчас говорил Платон, какие услуги сейчас существуют. То есть мы популярно рассказываем николаевцам, что это за услуги и где и как их можно получить. Во всех библиотеках сейчас вот есть вот такой, мы распространяем вот такой вот буклет николаевцам популярно об административных услугах. Скажіть, питають миколаївці, у вас запитують про це? Чи користуються це попитом? Да, пользуются. Ну, во-первых, мы в мае месяце провели уличную общегородскую акцию и уже познакомили вот с этим направлением работы и библиотек совместной работы Центра оказания административных услуг и библиотек познакомили. И с июня месяца буквально мы опробировали новую услугу совместную. Сейчас каждую субботу администраторы Центра оказания административных услуг в скайп-режиме отвечают на вопросы горожан через библиотеки. Можно прийти в библиотеки централизованной библиотечной системы для взрослых и задать свой подключиться вопрос к скайпу и сразу выйти, да, на администратора. Да, и администраторы окажут квалифицированную помощь, подскажут по направлению вот получения административных услуг. Нам кажется, что вот такое взаимодействие – это очень полезно, очень нужно для горожан в том плане, что сейчас в электронном виде не так много административных услуг, да, но в будущем все равно будет связано, мы идем к этому. И вот сейчас мы уже, рассказывая о центре, информируя, какие есть услуги, мы уже готовим вот эту почву для более активного внедрения электронных услуг. И нужно сказать, что эта работа поддержана международной программой «Библиомост» в рамках проекта «Электронные услуги всем и каждому николаевцу». Мы работаем на будущее нашего города совместно с Центром оказания административных услуг. Ну що ж, ось така приємна ініціатива, так, на користь людям. Сподіваюся, що люди будуть і більше і до бібліотек ходити, і більше знати, більше отримати інформацію. Про, користуватися адміністративними услугами, тим більше через бібліотеки, звичайно. Платоне, а як ви оцінюєте ось таке співробітництво з бібліотекою? Дуже добре. Ми працюємо також. Так. Результат є? Так. Ви тільки зараз почали цю співпрацю, чи вже давно працюєте так от? Плечо-плеч, с библиотекой. С момента того, как начали работать вместе. Давайте напомним нашим глядачам, где находится этот центр. И Адмиральская, 20, координаты для связку. Третий подъезд городского совета, который ближе к БАМу. Работаем, график работы повторить? Да, 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 так, будь ласка. Понедельник, вторник с 9 до 5, среда и четверг с 9 до 8 часов вечера. Пятница и суббота с 9 до 4. Работаем без обеда, ну и один выходной. И телефон для связку. Есть. А я там 37. Звертайтесь до библиотеки. Да, для этого и нужен вот такой вот адрес, который всегда под рукой. Здесь все. 37, 34, 26. Отже, шановні друзі, ви тепер знаєте, де і як отримати адміністративні послуги.